День благодарности, инициированный первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2016 году, отметили в городской библиотеке номер 2. Там в честь праздника дружбы и сплоченности для читателей и гостей книжного храма представили тематическую выставку. Она состояла из десятка иллюстрированных энциклопедий и журналов, на страницах которых застыла история свыше сотни народов, живущих в мире и согласии на территории независимого и современного Казахстана. Ознакомиться с выставкой североказахстанцы могли с 10 утра до 6 часов вечера. Также в библиотеке несколько стеллажей отведены под книги и монографии одного из выдающихся юбиляров этого года. Напомним, в августе 2020-го страна отметит 175-летие со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя и композитора Абая Кунанбаева. 1 марта мы всегда делаем тематическую выставку, чтобы порадовать наших читателей. Их у нас больше 2000, самых разных возрастов. Из 10 тысяч книг каждый находит что-то свое. Радует, что молодежь стала активнее читать. Книги с праздничной выставки используют для рефератов, а также других школьных и студенческих работ. Наследие Абая ребята из СКГУ часто берут за основу дипломов и диссертаций.